Трамп рассказал, чем бы закончилась его драка с Байденом. Президент США отреагировал на желание бывшего вице-президента начистить ему рожу. Глава государства заявил, что победил бы Байдена в драке. Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание бывшего вице-президента Джо Байдена, который заявил, что начистил бы рожу Трампу, если бы они были в старшей школе. Об этом он написал у себя в Твиттер в четверг, 22 марта. Трамп заявил, что на самом деле Байден слаб и в драке он упал бы, не переставая визжать. Также он призвал Байдена перестать угрожать людям. Сумасшедший Джо Байден пытается вести себя как крутой парень. На самом деле он слаб, и ментально, и физически, и он уже второй раз угрожает мне физической расправой. Он меня не знает, но в драке он бы быстро и жестко упал, не прекращая визжать, написал Трамп. Ранее Байден, выступая в университете Майами на митинге против сексуальных домогательств, вспомнил о предыдущем заявлениях Трампа о возможности приставать к женщинам без их разрешения. «Если бы мы были в старшей школе, я бы отвел его в зал и начистил рожу», — сказал бывший вице-президент. Как сообщалось, американский лидер Дональд Трамп занимает последнюю строчку в рейтинге среди других президентов США. Ранее Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgroup.com.